Алло. Алло, да, дорогой, да. Да не переживай, ты так справишься, ты с детьми, господи, их всего двое. Да. Ну, мне надо на работу, но извини, пожалуйста. Я скоро вернусь, да. Если будут вопросы, ты пиши смс, а я тебе прямо из студии новостей подскажу. Договорились? Ну все, Лена, давай, целую. Все. Ребята, 3, 2, 1, начали. Добрый вечер. А в эфире новости. С вами в студии Степан Казанин. И Елена Кравец. Елена Кравец, мама двух очаровательных двойняшек. Ванечки, он в синих колготках. И Катюши, она в розовых. Лен, ты что, собираешься весь эфир с мужем общаться? Я? С мужем? Да ну ты что, нет, конечно. Нет, молоко в холодильнике, а не на столе. А извините, мы продолжим. Извините, в правительстве считают, что для того, чтобы пережить очередное повышение тарифов, украинцам придется затянуть потуже пояса, стиснуть зубы и, самое главное... Намазать попку детским кремом. Ой, Степ, извините, да, мы продолжим. Избиратели на встрече с Юлией Тимошенко сказали, что бандитская власть была лучше нынешней, на что Юлия Владимировна ответила... Потерпите, не плачьте, мамочка скоро вернется. А мы продолжим выпуск новостей. Извините. Мэр Киева Виталий Кличко до сих пор не может разобраться со скандальной стройкой на станции метро Героев Днепра. Ну, главное, что покушал, покакал и поспал. Ты с ума сошла? Извини, пожалуйста, слушай. Сам разберусь, давай читай новости. Да, все, я читаю новости, а ты, да. Продолжим. Виталий Козловский рассказал, как зовут его новую... Ну, соску. Какую соску, Степа? Избранницу. Избранницу Татьяна зовут. Да, конечно, избранницу зовут Татьяна. Кроме того, певец открыл некоторые особенности их личной жизни. Без Тани он все время кричит. Заснуть он может только с Таней во рту. Блин. Лен, ты с ума сошла? Извини, пожалуйста, Степ, я не могу. Я понимаю, что какой-то бред, но я все время думаю о детях. Слушай, ты сам проведи новости, а? Значит, я домой проведи. Пойду, хорошо? Ну, извини, стоп, пожалуйста, ну все. Что происходит? Все, иду. Хорошо, ладно. Что же мы продолжим? Вы знаете, наш канал... Срочно объявляет набор на роль второго ведущего новостей. Звоните, пишите, мы ждем ваших звонков. Звоню. Доброго дня, мил человек, доброго дня. Я по поводу кастинга на роль ведущего новостей. Ну, допустим, надеюсь, у вас детей хоть нет? Все вы дети мои. Это понятно. Понятно. Да, давайте попробуем начать давайте выпуск попробуем. Новостей. Да. Давайте. Итак, в эфире новости. Петр Порошенко заявил, что МВФ дал Украине третий транш. Слава Богу, дали транш. Слава Богу. Ну это понятно. Продолжайте. Но народ интересуется, а куда делось вот это? Вот это вот, куда делось-то, а? Что вот это? Ну половина вот этого, куда оно делось? Так, знаете что, давайте по тексту. Давайте по тексту. Также президент сообщил, что в эти моменты как никогда переживает за Украину. За Украину помолимся, конечно. За бизнес. За бизнес обязательно тоже надо вот так вот и вот так вот еще, да. И за весь украинский народ. И за народ тоже, да. В отдельности он переживает за мэра Киева Виталия Кличко. За мэра Киева Виталия Кличко обязательно. Ну а в следующем году Порошенко все-таки пообещал продать Рошен. Ну... Так, спасибо огромное, вы нам не подходите. Не подхожу. Да. Спасибо огромное, ходи, до новых встреч. Да. Есть кто-то еще там? Добрый вечер. Степан? Да, откуда вы знаете, как меня зовут? Я участник битвы экстрасенсов, маг-прорицатель Миконос. Сразу нет, спасибо. Я знал, что вы так скажете. Ну хорошо, допустим. Давайте попробуем начать новости. Да, а начать новости нам помогут. Лапка кролика, слюна мухи, усы Зеброва и рейтузы Кардашьян. Знаете что, дорогой прорицатель? Нахрен! Совершенно верно. Я знал, что вы так скажете. А я в курсе, я усы, да, заберу. Давайте, и лапку счастливого кролика. Пути, я вас прошу. До свидания. Все, не надо ничего. Здрасте.
Здравствуйте, представьтесь. Опа, а что такое? Что случилось? Зачем это обозначало? Подождите, но вы же на кастинг пришли, я не понимаю. А, да, кастинг. Ну. Андрюха Иванов приветствует вас. Дышит полной грудью и наслаждается каждой минутой пребывания на этой прекрасной земле. Ну, прекрасно. Садитесь. Я присяду, читанем новины с тобой, давай. Подождите, ваша новость еще не готова сейчас. Понял, гуляем, начальник. Да что за суета, в конце концов, вы на кастинге или где? Что волнуетесь, хотите минералки? Капец ты, Ванга. Ты прям знаешь, чего я вас желал в данную секунду. Слушайте, может, начнем читать новость? Может, начнем, а может и не начнем. Капец, интрига, мне аж самому интересно. Пожалуйста, я прошу вас. Присаживайтесь. Да. Давайте. Смотрите. Смотрите в камеру. Какая камера? Ты что гонишь, Вася? Хорошо, смотрите в монитор. Ого, какая плазма. Допустим. Читайте, что на ней написано. Панасоник. Текст читайте. А. Криминальные новости. Только что из студии наших новостей был похищен сейф. Когда похищен? Подождите, что про... мы еще не закончили. А мы с братаном уже закончили. Что происходит? Но... как... какой-то цирк, балаган, я вас умоляю. Привет, приветики, привет. Я Герман Сперо. Настраиваемся на позитивно, а только хорошие новости. Здравствуйте, Герман. Привет. Да, я так понимаю, радиоведущий? Да-да, yes-yes, we-we, да-да-да-да, yes-yes, русское радио, русское. Добрый вечер. Все-все, Герман, давайте попробуем начать новости. Русское радио, русское. Итак, в эфире новости. В Средиземном море терпит крушение немецкий сухогруз. Да, но делает он это на волне хорошего настроения. Ведь на борту корабля капитан с песней «Wrecking Zorhoi» и ремиксом на композицию «Justin Gahaha», которую исполняет «Мяжин». Все, спасибо, Герман, спасибо. Давайте продолжим. Окей, русское радио, русское. Мы продолжим новости. Итак, НАБУ озвучила сумму похищенных средств коррупционных схем. 324 миллиона. Информация предоставлена Национальному бюро антикоррупции. Спасибо, Герман. До свидания. Пока-покатики. Покатики, я говорю. Пока. Господи, а что происходит? Адекватные люди есть? Любезнейший, есть таковые. Супер. Артиста нам и не хватало. Мой зритель, прости, что я терзал вас расставанием. Был я занят. Я понимаю. Давайте попробуем провести новости. Здравствуйте, коллега. Да, очень приятно. Что играем? Играем новости. Новости, новости. Отлично, играем да. Новости. Да. В исполнении Степана Казанина и Александра Пикалога. Ну, допустим. Итак, новости. В киевском зоопарке на 25-м году жизни умер лев. О, горь! На кого ты нас покинул? Владыка Фаун! Вы родственник, вам соболезную. Все, спасибо, спасибо, я прошу. Давайте продолжим. Успокойтесь, успокойтесь. Давайте все-таки новости, прямой эфир. Да. А мы продолжаем. В Житомире сегодня состоится фестиваль пирогов. О, боги. Каменное сердце. Тут горе, тут беда. А ты оздоби. Тьфу! А, неплохо. Как вам? Отлично, мне понравилось. Давайте лучше коротко о главном. Эпиграф. А пусть будет так. Президент Украины одним из первых подал электронную декларацию о доходах. Это комедия, сейчас будет смешно. Угу. А король-то голый! Прекрасно. Я тут обычно показываю, не нужно? Не надо. Продолжим. Владимир Гройсман встретился с Надеждой Савченко. Корнет, вы женщина? А,
Ангела Меркель поинтересовалась, когда Украина планирует возвращать кредит. А может взять топор и зарубить старуху-проценщицу? Спасибо, Александр. Продолжим. Юрий Луценко приехал в Верховную Раду. Смеркалось. Во время выступления он вызвал на допрос Петра Порошенко. Сжималось. Так, давайте уже сразу непосредственно о спонсоре нашего выпуска. А спонсор нашего выпуска новостей – средства от тараканов «Химитокс». В черных вуалях тараканьи жон. Зажаты лапки в кулачки. Четыре таракана в беленьких перчатках несли в гробу. Спасибо, Александр. Идите к черту, я вас прошу. Куда? Седлайте коней, в смысле, до новых встреч в эфире. Я уйду из Котовского. Они лучше... Седлайте коней.